Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 17 часов 14 минут. Загорелась четырехкомнатная квартира в доме 13 по улице Водников. К месту пожара выехало 9 пожарных. В результате пожара повреждена внутренняя отделка помещения туалета, кухни и коридора на общей площади 8 квадратных метров. В результате пожара пострадавших травмированных нету. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности, штрафу от 2 до 4 тысяч рублей.